В Башкортостане обнаружили более 500 килограммов паштета, зараженного африканской чумой. Продукцию изъяли с прилавков магазинов и ее утилизируют. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Печеночный паштет был произведен белгородской компанией «Грандмэр». Общий объем отгрузки продукции в торговые сети составил 690 килограммов. На данный момент инспекторы надзорного ведомства продолжают поиск и изъятие товара, а также ведут контроль, чтобы не допустить завоз африканской чумы свиней на территорию Башкортостана.